Добро пожаловать на просмотр видео, с вами Данич, и это время обзора новостей об обновлении пикап. Что ж, сегодня ночью разработчик дропнул новый скриншот, на котором изображен данный газ. Должен заранее сказать, что это далеко не финальная версия, он еще будет дорабатываться, улучшаться, и, как выразился разработчик, это еще концепт, поэтому то, что вы сейчас видите, это далеко не финальный вариант. Также советую обратить внимание на фон. Там мы видим абсолютно новые деревья, новую траву и дорогу. Из необычностей я заметил запаску, которая находится за кабиной. Смею предположить, что возможно можно будет менять колеса на газике. На этом все. Встретимся в следующем видео или на стриме.